Бог добр, Бог милостив. Да благословит. Да благословит он этот дом. Мам! Ребенок в порядке? Беременность стала причиной застойной сердечной недостаточности. И что делать? Прервать беременность. Это единственный выход? Меня устраивает доля пациенток, дающих нам здоровых детей. А на жизнь матери наплевать? Возражаю. Я столько всего еще не успела. Беременные встревожены, звоните Джейн. Я не знаю, что делать. Я знаю. Алло, вы позвонили Джейн. Что нужно делать? Мы помогаем и не задаем вопросов. Я считала. Так и кто же из вас Джейн? Мы все Джейн. Готовы? Мне страшно. Я мастер своего дела. Недалеко от тебя ждет девушка. Один раз подбрось ее, и больше о нас не услышишь. Нет, я... Где была? На уроке. Служба Джейн – моя дочь. И я не доверю ее, кому попала. Ты стукачка? Привет, подруга. Что с тобой происходит? Все нормально? Им наша помощь нужна не меньше, чем богатым. Каждую неделю двух бесплатно. А у тебя талант к этому. Могла бы быть медсестрой. Могла бы быть врачом. Что ты творишь? Хочешь за решетку? Я тюрьмы не боюсь. Я боюсь, что никто не подойдет к телефону. Это автоответчик. Ни одного звонка не было.